торговать с Китаем без использования доллара. Такую систему владимирским предпринимателям посоветовал Павел Спичаков, управляющий партнер компании «Кит» и «Бергус». Уже более 2 лет все сделки с Китаем его фирмы проводят в юанях. И в этом множество плюсов. Меньшая цена товара – один из них. Один из плюсов основной экономический, что китайцы часто дают более низкую цену, когда мы говорим о ценах в юанях. То есть в юанях цену можно получить более низкую, чем в долларах. Во-вторых, мы из оплаты исключаем еще одну валюту, то есть только 2 валюты участвуют. Соответственно, риски, эти курсовые разницы, даже колебания в течение дня, они тоже убираются, потому что все это тоже производитель или поставщик, или покупатель закладывает. Ну и когда уже вот эта вся история началась с санкциями, соответственно, это дополнительный плюс, что там часто звучали угрозы, что выключат систему SWIFT, это международная система оплаты. Соответственно, мы в ней уже в рамках ее не работаем, мы работаем напрямую с китайскими банками. Уже давно многие российские банки позволяют открывать счета в китайской валюте. При этой финансовой схеме у бизнесменов есть возможность обезопасить собственные платежи. По словам Спичакова, в области с Китаем сотрудничают многие компании. Никаких сложностей в работе по схеме рубль-юань нет. Главное – желание предпринимателей. С чем я сталкиваюсь, это с тем, что люди просто не информированы, что есть такая возможность, и система там отработана, можно спокойно работать. Мы даже с этим сталкиваемся в самом Китае, когда мы находим новых партнеров, они удивляются, что мы можем оплатить и в юанях, да, и напрямую на их счет, минуя американские банки.